Дом 212Б по улице Садовая. На фасаде здания мемориальная доска. Здесь жил заслуженный баскетбольный тренер Советского Союза Юрий Тюленев. Местные жители хотят, чтобы в порядке был не только сам мемориал, но и место, где он установлен. Активисты и члены общественного совета приняли решение покрасить стену и привести в порядок прилегающую к ней лестницу. Внешний вид очень важен. Единственное, что хотелось бы, чтобы этого было побольше. Если эта структура будет нам в этом помогать, то, я думаю, взаимопонимания будет больше взаимопонимания, будет нам легче, приятнее жить. Местные жители уверены, комфортная жизнь в их собственных руках. Благодаря совместной работе с общественниками сейчас они ремонтируют детскую площадку. Каждый день идут встречи в той или иной, на той или иной территории, в том или ином дворе. Мы заранее оповещаем жителей, что будем встречаться с ними, или они приходят с такими просьбами практически каждый день. Те наказы, которые они нам передают, а мы совместно с администрацией решаем, они не остаются на бумаге, они на самом деле сейчас реализуются. Реформа местного самоуправления в Самаре идет полным ходом. Для решения проблем конкретных территорий сформированы общественные советы микрорайонов. Они помогают жителям решать вопросы территорий. Следующим шагом станут выборы в районные советы депутатов. Они пройдут 13 сентября. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.